Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия, и сегодня я расскажу вам о двух новых проводниках, которые будут введены в обновление 9.1. На текущий момент они есть на ПТРе, и их можно глянуть, посмотреть, откуда они падают, каким этим левелом они дропаются, и сколько различных стат они дают, и как часто они срабатывают. Скажу то, что они являются общими, и их может получить любой игрок, любой специализации, любого класса. Это довольно-таки интересно. Первый проводничок — это сфера концентрированной анимы. Когда вы получаете урон, вы восполняете 0,35% от максимального запаса здоровья. Срабатывает не чаще, чем раз в 10 секунд. Я не буду ничего говорить насчет этих проводничков, потому что что-то еще может поменяться, и на текущий момент все-таки 0,35 — это как-то слабенько. Если цифры прикрутят, то рассуждение уже будет идти иначе. Но на текущий момент это как-то, правда, слабенько. А второй проводничок — проводник силы. Когда вы получаете исцеление от другого игрока, ваша основная характеристика, в моем случае сила, потому что я играю на рыцаре смерти, повышается на 100 единиц на 15 секунд. Срабатывает не чаще раза в 30 секунд. Эти два новых проводника падают с нового мирового босса Маргет, Мучитель Проклятых. Ну а также с него еще падают 233 вещицы и аксессуар общий для всех. Это круто. Но стоит еще знать то, что один из новых проводничков падает в рейде. Новый рейд, Святилище Господства, имеется босс, Стражница Предвечных, и с нее можно получить фрагмент адаптивной брони. Он уже будет повыше этим левелом. В эпохальной сложности еще выше. Я думаю, эти цифры еще увеличат, потому что, ну, что такое 226-й проводничок в эпохальной сложности при условии того, что падают 252-е вещицы. Уверен то, что этим левел будет повыше. Ну и, само собой, при повышении на 13-м левелов этот проводничок растет по своим статам на 10 единиц. Секунды остаются такие же, но только число меняется. Посмотрим, заиграют ли эти проводники, будут ли они хороши. Хотя, быть может, для каких-то классов они будут вообще самыми лучшими. Поживем, увидим. Уверен, будет еще много исправлений насчет этих проводничков. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!